43-й Московский международный кинофестиваль откроет фильм Тимура Бекмамбетова «Девитаев». Биографическая картина о советском летчике. Это такая героическая драма, отчасти трагическая драма. Человека с очень непростой судьбой, оказавшегося в гитлеровском плену, выдающегося пилота. И отчасти она отсылает нас к опыту фильмов 60-х годов, великой поры советского кинематографа, когда были сняты, на мой взгляд, все-таки самые лучшие фильмы про Великую Отечественную войну. У Девитаева есть все для того, чтобы стать фильмом-событием. Тимур Бекмамбетов создал грандиозное по своим масштабам и изобретательности кино, способное проникать в самое сердце.